Всем привет, ребята, с вами Зломинах, и сегодня это второе видео. Помните, была такая игра Hungry Shark World, но я сейчас ее не снимаю, это старое видео. Я просто хочу вам его показать. В принципе, ребята, я просто снимал на планшете, потом снимал на телефоне и на компьютере. Давайте же поиграем сейчас на начало на черно-перерифовый. Давайте так. Прибавим звук. Я уже очень давно в эту игру забросил, я эту игру, в принципе... Ну, там будет говорить закадровый голос мой. Давайте, в принципе, играть. Тогда еще было обновление со 100, и я потом, может быть, еще и сделаю. Кстати, кратина я брал не для ВУ, потому что мне его так, дали. Так, ну, у меня такой голос, кстати. У меня такой голос был еще для начала. ГГГ. Так, так, ребят. Так, у нас... Давайте вот так звук сделаем. Так, он есть корифен. Давайте так просто без моей озвучки просто посмотрите. Да, ребят, вот там как бы новая акула появилась, я смотрел просто, я давно в эту игру играл, ночная магия какая-то. Ну, в общем, я тогда был крутой, у меня был и засасыватель мусора, и реактивный ранец, и даже лазер, и еще вот это, не помню, эта штука как называлась. Вот Алихард, кстати, тут пошла. Я тут все ем. Вот тут ем, тут, так я тут подлетел, походу. У нас тогда рифовая акула. Сорян за пальцы. Просто я не хочу использовать мой бизен и Capture Recorder. Потому что, как вы знаете, Capture Recorder там вообще коротко. А в мой бизен там только 3 минуты можно записать. Я пробовал, я пытался там базовой монахини сделать ролик. Кстати, они у нас тоже будут. И этот Мороженщик 2, он, кстати, очень крутая игра. Я ее пытался скачать, точнее, я ее скачал уже, но просто того. О, так, еда и гемик. Мне тогда было 334. О, блин, вспоминаю эти мины. Эти мины были просто жесть, как опасные. Ладно, блин, надо потом еще чуть-чуть поиграть в эти лаку. Посмотрим. Это просто очень прикольная эта игра. Ой, там тигровая акула. Не лезь, не лезь. Не лезь, дебил, блядь. Ладно, ну я ради вас, ребят, я все ради вас снимаю, тут все делаю. Кстати, ребят, вот. Я просто не помню, как я в разнобой, что ли, был. Или нет. Я не помню, как я там акулу располагал. Это, походу, была акула М, песчаная. Это самая первая акула размера М. Она была Это было среднего размера. Я и сейчас помню, как в эту игру играть. Я вообще на нее помешан был. Только другие были на других хоррорах помешаны, я был помешан на акулах. Потому что я вообще тогда любил животных. И акул особенность. Особенно акул я любила. Эта игра прям... Я так влюблен в эту игру был. Что не замечал аж. Если что, выйдет вторая часть, потому что так долго продолжаться эта часть не может. Потому что там много записей с акулами. Ну что ж, ладно, мы, походу, насмотрелись, можно переходить к следующей акуле. Целс. Так, это у нас большеротая акула, это у нас размера XL. Тут прям телефон, давайте как-нибудь, может, приблизим, тут можно. Ну, приблизить нельзя, ну, извините, ребят. Вот такая, короче, у меня большеротая акула была. Нормальная так. Нормальная такая большая она была. Так, тут... Так, ну тут она китов не могла есть. Вот маленьких китов она, в принципе, могла есть. Она заработала гем. Это, о, у меня уж тогда 371 был гемас. Блин, какие хорошие акулы были. Зачем я удалил игру? Ладно, просто вам показываю свои старые времена. Что я там делал в свои старые времена. Так, не прошло и минуты. Так сразу я 127 миллионов заработал. Собери сундучок. 1000 монет. Блин, я вообще на монетах тогда помешан был. Блин, это вообще нужно золото, золото и гребаное золото собирать. Так, 1000. Потом много чего еще было. Так, он выплывает. Так, большая черепаха, аквалангист. Силовое поле опять уничтожено. А, да, и силовое поле у меня тоже было, я забыл. У нас розовые медузы.
Ладно, переходим к следующей. Ну, раз мы так на такую тему акулы перешли, давайте, пожалуй, сейчас еще посмотрим на то, как я сделал свой трейлер по этой игре. Смотрите. Такие славные времена были.